В эти дни в чебоксарских школах стоят часовые у Знамени Победы. Так называется акция, которая уже в третий раз проходит в столице республики. В течение дня ученики той или иной школы поочередно несут вахту памяти у копии Знамени Победы, а затем передают его другому учебному заведению. В 53-й школе в этом году стояли 5- и 6-классники. Командир 5-го кадетского класса признается, стоять неподвижно сложно. Но он знает, ради чего это. Ради того, чтобы люди никогда не забывали про войну. Это было сложновато, даже не шевелиться. В один миг ты прям понимаешь, что там уж так сложно, ноги затекают. У меня воевал прадедушка с папиной стороны. Он почти дошел до Берлина. На сегодняшний день копии Знамени Победы побывали уже в 27 чебоксарских школах.